Мэры китайских городов работают эффективнее братских. К этому сообщению стоит относиться с долей юмора. Однако в словах, сказанных на круглом столе директором филиала БГУЭП в Братске Елены Епифанцевой, есть доля правды. Речь шла о создании плана развития города и, в частности, о привлечении инвестиций, создании и развитии на территории города Братска новых производств. Елена Епифанцева на этот счет заявила, что мэры, например, китайских городов проявляют небывалую деловую активность для развития производств и привлечения дополнительных средств. Вот китайские мэры, например, специально ищут по всему миру товары, которые будут куплены и сделаны в их городе, и ищут тот производство, которое можно было реализовать в этом городе. А у нас столько производств, столько баз невостребованных. Можно создавать многое, продавать и быть богатыми. Стоит отметить также, что в самом начале своей карьеры на посту мэра Константин Климов много говорил о привлечении инвестиций, развитии и поддержке местного бизнеса. На эту тему мэр писал статьи и делал заявления в СМИ. Однако, как показало время, за 2 года пребывания у власти ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась. Наблюдатели отмечают низкую активность мэра по многим жизненно важным городским вопросам. В последнее же время Константин Климов все чаще заметен в политических баталиях и прениях, которые не дают никакого положительного результата для бюджета города Братска.